У Центра инклюзивной культуры открылся инклюзив-хаб – коворкинг, пляцовка для людей с инвалидностью и тех, кто планирует реализовать проекты с их уделом. Тут допомогут у створении социальных и творческих проектов и бизнес-идей. Площадь 100 квадратных метров обсталевали для проведения лекций, конференций и мастер-классов. С допомогой специалистов инвалид будут реализовывать свои инициативы. Желающие смогут покинуть заявку специалистам центра, яны проанализуют идею и перспективы ее развития. Далее, после одобрения, человеку допомогут сделать проект и презентацию, организуют пошуки инвестора або гранта. После отримания потребной суммы супрацовники центра протягнут курировать проект для его реализации, а так само предоставляют помешкание. Это вот такая концепция пока у нас в голове, мы ее придерживаемся. И что касается наших партнеров, то здесь хорошая поддержка идет не только из Минска, не только от наших властей, а также и от партнеров иностранных, как шведских организаций, итальянских, немецких, которые готовы передавать свои знания, свой опыт работы в инклюзии через видеосвязь, через такие вот встречи, круглые столы. Станет еще больше семинаров, благодаря тому, что есть новая пространство, новые технические возможности для этого, поэтому тут необходимо создать такую локацию. Ранее тут, например, допомагали спостигать цирульницкое майстерство и визаж. Были проекты по навучанию инвалидов IT-профессия. Самой гучной и поспяховой идеей можно назвать школу киноинклюзив, где людей с инвалидностью бесплатно вучать теле- и кинопрофессия. Зараз ее основальники вышли у полуфинал республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend. У ближайший час у кого в коворкингу пройдут встречи презентации с объединением инвалидов-спинальников, людей с нарушениями слуха и зрока.